куратору, захожу, какие-то бумажки, папки отдаю, дальше иду, справки получаю. Весельчак-клоун меня веселит. А девушка какая-то мудрая, девочка мудрая какая-то прям. Как какое-то воплощение какой-то древней мудрой богини. И вот я иду, 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 там яркий свет впереди. Яркое солнце. Я как будто вхожу в солнце, как в портал. Вот. Они меня оставляют как бы. И я вот вхожу в солнце. Яркий, яркий такой, как круглый такой, как дверь круглая. Безгранично ярко я туда вхожу. И оказываюсь в каком-то другом измерении. Угу. В воздухе летает все. Хорошо. Я руками отмахиваюсь. Потому что какие-то шарики, то ли воды, как в космосе, вот вода летает. Так и тут какие-то шарики что-то летают вокруг меня. Создай себе защитный шар, все чтобы ты не отмахивался. Все летает. Угу. Какая-то еда летает, как будто какая-то наподобие гамбургера что-то летает. И я вот там нахожусь. Можно сказать, что это измерение, в котором видно все. Как в воздухе живет какая-то жизнь, то есть, ну вот, как ангелов видно, ляров видно, сгустки энергии видно, пиявки всякие видно, и божественное видно, и темное все видно. И я вот оказался в таком мире, и думаю, как же много людей, ну, негативных энергий создают, сгустков, как же их много. Летают все, а я плыву. В защищенном шаре, как в подводной лодке. И вокруг как летает, вот все, почему-то все летает везде. И справа, и слева, вот вокруг меня какая-то пальма летает. Потом какой-то бокал с зонтиком летает. Пивная кружка летает. Я как будто вижу, понимаю, кому это все принадлежит. От кого это все осталось, от разных людей. Но странно, почему-то я только вижу шлейф людей, а самих людей не вижу. Почему? Потому что это как другое измерение. То есть я вижу здание, я вижу вывеску, моргают вывески зданий. И вижу, как вот шлейф людей, а самих людей не вижу. Угу. Как вымерший город, как будто пусто. И тишина. Полная тишина, нету звука, тут не распространяется. И людей нет, только вот от них шлейф, который они создают. Кто о чем думает, да, вот идет, и за ним тянется такая вот какая-то женщина, как будто вот, ну вот я не вижу саму женщину, но как будто она только что куда-то побежала, опаздывает куда-то и спешит. И за ней из головы такой черный длинный шлейф остается. Ну, как змея, можно сказать, остается. И там цифры, там как замыкание в мозгу происходит. Какая-то вот черная мысль, то есть и опасно. Как будто кто-то предложил ей какой-то союз, нужно тайно в него вступить, ну, как в заговор двух корпораций, двух компаний, да? И ее как бы говорят, что вот ты нам слей информацию, мы тебе проспонсируем, хорошие деньги дадим. И потом, когда тебя уволят, перейдешь к нам работать. И она вот думает, это риск большой. Она давно проработала на эту компанию. И ее пытаются переманить, чтобы она слила информацию. Какую-то очень важную, серьезную. То есть пострадают тысячи людей. Но большие деньги. И вот у нее мозг кипит, думает, сделать, не сделать, сделать, не сделать. Бегает, суетится, с рук все валится у нее. И вроде хочется, и вот так вот она думает, и да, и нет, и да, и нет, и бегает.
И ее начинает давить, давай, времени не осталось, вот тебе 2 часа осталось на раздумье. И она бежит в этом состоянии, человек очень уязвим. Он уязвим для ДТП, для несчастных случаев, для падения с высоты, для падения с моста. Очень уязвим в таких состояниях. Лучше не доводить до крайности, до такого состояния. Я вот это вижу. В другую сторону поворачиваюсь, там какой-то человек, как собака, как бы это объяснить, грустный. Вот есть собаки такие грустные, глаза у них такие, веки висят как-то, вот уши длинные. И человек такой, в таком состоянии тоже, как собака. О чем это говорит? Это говорит о том, что он, ему скучно, ему грустно, он понижает вибрации свои. Но раньше он был именно такой собакой. В прошлой жизни. И вот он как бы грустит, хочет вернуться в ту прошлую жизнь. То есть этот мир ему какой-то грустный, какой-то ему... Он не хочет, наоборот, не хочет двигаться никуда. Сидит, что-то ждет. Нет друзей, нет контактов ни с кем, со внешним миром. Изолирован. И все, что-то ждет. И всю жизнь так вот ждет. Замкнутый, грустный, нецелеустремленный, нежизнерадостный. И вот ждет, и в итоге умрет, и его опускается душа, и он переродится опять такой же собакой в следующей жизни. То есть опускается по уровню духовного развития, идет падение нравственное. Вроде ничего плохого не делает, но и хорошего не набирает. И душа падает. Дальше вижу, какая-то девушка, как стрекоза, летает, носится по кружевное белье, стриптиз, какие-то бары, дискотеки, вечеринки, и тоже сгорает, веселье, о душе не думает, и очень быстро ее сгорает тело от алкоголя, от наркотиков, от такого драйва, драйв ее тоже. Сгорает душа, беспорядочный секс, наркотики, как бабочка сгорает потом. Как бабочка летела, и вот в огонь влетела случайно. Так и такие девушки тоже сгорают быстро, душ. Вот дальше смотрю, как вот справа толстого показывают. Ну как бы жизнь, что ли, толстого человека. Вижу такой тучный банкир. Шляпа, как будто на голове такая, цилиндр, как банкир, который деньги, хитрый, умный. Он как паутиной окутывает людей, кредиты, долги, расточительство, то есть дает кредиты под проценты, а потом отнимает у людей квартиры, дома, недвижимость какую-то, машины, бриллианты. Ему это очень выгодно. То есть ему очень выгодно банкротство других людей. Потому что за бесценок он забирает это все себе. А люди погибают, пропадают, страдают после контактов с ним. А ему это неинтересно. И он все жирнее, толстеет, круглеет, полный карман денег. Вот тоже. Но куда он пойдет, куда? Как будто души нет у такого человека. Духовности нет, души нет. Только вниз. Показывают, продает свою душу за деньги. Вот такими поступками, такими вот этими паутиной, которая затягивает. Но он себя оправдывает, он говорит. Наоборот, он считает, что я им шанс даю. Жить. Они же сами берут. Я же их не заставляю брать кредиты, ипотеки, долги. Я им предлагаю руку помощи. Он так думает.
Но от его действий страдают люди, и душа его чернеет, и он как становится как пособником темных сил, распространяет черноту везде. Вот эти, знаешь, как договора с мелким почерком, где там прописаны. Ты думаешь, 1%, а там по факту другой. Намного больше, чем ты предполагал. И все, и ты не по силам платить. А договор заключен официально, юридически, все. И ты уже как все поймали тебя. А теперь вижу другого человека, который очень уверенно идет по духовному пути развития. Как будто такая золотая лесенка, и он по ней поднимается. Это как монах. Как будто тибетский монах, который вот в оранжевых этих, в оранжевой такой одежде одет. Угу. И вот он все идет, идет. Какой-то контроль, равновесие, у него очень развит интеллект, ум. И вот он четко, прям ступенька, прям так круто-круто вверх поднимается. И прямо чувствую, что он прям, ну как, правильно все делает. Правильно все делает, идет по золотому пути развития. Прям почти вертикально вверх. Настолько круто, настолько молодец. Все правильно делает. И молится, и медитирует, и тибетские чаши, и колокольчики, и гонги, и праздники, и общение с людьми, и лекции читает. И очень эрудированный, и духовно развитый. И прям вижу, прям идет четко, почти вертикально вверх. Показывают кого-то, к тарелке привязан. Там дальше иду, смотрю, летает тарелка, а в ней человек. И показывают, что он привязан к еде, сразу видно. То есть, что у него вот эта кармическая связь, порог, он ест, 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 много ест. Все через еду. Все эмоции, вся любовь, это все, это для него еда. Не нужно секса ему, не нужны отношения. Только еда, еда, много еды, ест, 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 ест. Через ложку и тарелку. Привязан, как животное, говорят. Как животное, как низшее самое какое-то животное. Даже не каждое животное. Но с человеческого уровня он падает на животный уровень. Бегемот, почему-то говорят, бегемот, что большой и толстый. Дальше иду, там так красиво, такая арка прямоугольная, и вода как будто сверху льется, но она льется как-то так медленно-медленно, как будто капельки зависают в воздухе. И как-то нужно туда пройти, почему-то говорят, прямо вот туда. Как сквозь воду пройти. Я прохожу, там как храм какой-то. И ступеньки вверх-вверх похожи на китайскую стену. Вот такие высокие какие-то ступеньки, как то ли Япония, то ли Китай. Я иду вверх-вверх-вверх. Ой, а тут что-то, слушай, тут как-то так мало всего, а там за забором, как китайская стена. И там что-то кишит прям. Кого-то много. Кого-то чего-то много прям. А что там такое кишит? Я не могу понять. То ли пороки кишат. Как будто прям. То ли лярвы кишат. Мне нужно направить немножко внимание мое туда. Считать, что там происходит. Ты направляешь свое внимание туда. В то место, где кишит. Тебе ясно и понятно. Приходят мысли, что это такое, кишит там. Как голодные волки. Как будто много-много голодных волков и волков, и они все скачут на эту стену, хотят по ней скарабкаться наверх. И их очень много. Голодных каких-то худых,
тощих, зубатых, голодных волков. Просто как вот, ну как муравьев, я не знаю, как это объяснить. Миллионы, наверное, тысячи. Они как один, все одинаковые, друг на друга похожи. Тощие, худые, зубатые, злые очень, агрессивные. И как будто эта стена отгородилась от них. Вот. Тут как бы еще можно сказать, как-то все размеренно, жизнь. А там такой агрессивный, такой темп очень быстрый. Очень они бегают, они как-то пытаются, ищут способ. Очень, и очень быстро все двигаются. Но это как опасность, которая подстерегает вот тех, кто живут здесь. Опасность. Они как вот как будто люди излучают какой-то запах. То, что они живут, да? Люди, то, что живут, их сама жизнь, то, что они живые, да, излучают какие-то феромоны, запах какой-то энергетический. И очень много охотников напасть на такого человека, на живого человека, любого. С пороками, без пороков, духовного, недуховного. То есть всегда очень много силы. Ее называют темной силой. Она хочет как бы пожрать эту всю жизнь. Для того, чтобы жить самой. Вот так вот. То есть темная сила просто хочет есть. И все. Очень просто. Просто она голодна, ей нужна жизнь для того, чтобы ее пожирать и быть сытой. Поэтому сейчас вот это такая какая-то идет травля и пожирание всего и вся. Почему это показывает эта вот война? То, что война идет, то это как раз как бы темные силы пожирают людей. Темная сила, как жертвоприношение какое-то вот идет. А они пожирают душу, пожирают плоть. Как-то все пожирают вот эти темные силы. Голодные волки вот эти. Вот эта темная сила сейчас ест. У нее пир на весь мир. И как будто когда ее накормят, тогда она опять успокоится на 100 лет, уйдет в спячку. Примерно так. То, что пробудилось, эта темная сила пробудилась. Сейчас ее кормят. И она уйдет в спячку потом, лет на 100 лет. Будет спать, потом опять проснется. То, что сейчас происходит на Земле. В данное время. Все. Больше информации не идет. Хорошо. Исчерпано. Хорошо. Благодарим.